Так, все, запись началась. Хотел бы показать вам такой небольшой слайд. На этом слайде у нас информация по поводу того, что действительно нам необходимо для того, чтобы быстро проходить по матрицам, быстро, так сказать, закрывать уровни и получать результат. Вот сейчас я себе выписал небольшие данные. Вот у нас получается, ну, как раз в слайдах вы эти моменты можете видеть, когда у нас участник зашел, то есть вот Дженис у нас зашел 24 июня на медный уровень, 25 июня на серебряный уровень, 28 июня на золотой уровень и 2 июля уже на платиновый уровень активировал. То есть ровно 7 дней и пройдено 3 уровня. Когда меня спрашивают, сколько там людей нужно, 50, 100, 1000, там 10 тысяч, по факту у Жениса всего 16 личников, вот, которые как бы активировались, вот, непосредственно за ним идут. И, собственно, дублицируют его действия. Поэтому, что касается скорости, на скорости можно идти приличной. Что касается количества приглашений, вы приглашаете активных участников, и их нужно не так много, как кажется. То есть вот по факту, пожалуйста, можете посмотреть, у Жениса всего 16 личников. То есть там сейчас вот еще 2 участника к нему присоединились, но они пока еще, по-моему, не активировали, активно не приглашают. Вот. Так что результат налицо. Пришел Женис у нас не так давно, то есть вот буквально 2 недели назад уже, и вот за неделю сделал очень большой рывок. И, в принципе, многих обогнал. И даже первым открыл платиновый уровень. Так что это очень серьезный результат и показательный результат. Так что, когда люди приходят просто, так сказать, подождать, пока их закроют, это тоже работает, но намного дольше. Если хотите результат, то просто нужно активно приглашать. Результат, пожалуйста, есть. Да, Женис? А я все сижу и слушаю, и думаю, это что, все про меня, что ли? Ну да, да. Это такое легкое подведение результатов. Да, 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 да. Так, сейчас еще один момент, да, скажу. Так, у нас на текущий момент, сейчас прямо откроем статистику. Так. И сейчас просто сделаю покрупнее. Статистика именно прям онлайн берется. Так. Вот у нас проект уже, сейчас, секунду, слишком крупный. Так. Вот. Сначала проект уже, ну, может быть, 3 месяца, в общем-то, это 101 день. Всего у нас 490 участников, которые открыли хотя бы один уровень. Медный уровень открыт у участников 482 участника. Серебро открыли 160. На золотом 29. И на платине сейчас 3 участника. 123 участника получили выплаты. То есть из 490 участников 123. Ну, грубо говоря, если сейчас вот так выглядит до 500, то 125 получили выплаты. То есть это почти что четверть участников, кто находится в проекте. Кто уже активировался, купил себе чары и активировал уровень. То есть, можно сказать, по статистике 1/4 часть. Так что, когда говорят, что там получают только наверху, ну, как бы это неправда. У нас есть в боте, вы сами у себя можете посмотреть, доступен сервис, главное меню, и здесь есть достижения. И здесь можно посмотреть, сколько участников у нас, пройтись по ним и посмотреть, у кого сколько заработано. То есть все у нас в хронологическом порядке. То есть эта вся информация у нас есть. Да, Женис, слушаем.
Я приношу свои извинения тут. Человек из команды потерял, где заходить. Всем добрый вечер, ассалам алейкум. Настроение огонь, сейчас Виктория звонила. Слушайте, сегодня день такой. Хочу, во-первых, всех поздравить. Сегодня очень было много апгрейдов с серебра на золото. Были переходы в золотой платформе с первого на второй, со второго на третий. Моя Айна Шибраева получила выплату. Вау, на третьем столе в золоте 4 HR. Ну, вообще, классно. Классно, когда люди зарабатывают. Классно, когда команда зарабатывает. У меня вот где-то на глубине Тохжан, вот она сейчас, не знаю, зайдет, не зайдет. Такая довольно счастливая на третий стол в серебре, выплатный стол. То есть эмоции зашкаливают. Сейчас, Юр, я сейчас тебе хочу вопросы задать, те, которые волнуют людей. Да, вот в нашем формате традиционном. Так, смотри, пожалуйста, ответь. Так, одену свои фары. Юр, вот что тебя подвигло, почему ты решил создать эту компанию? Вот с какой целью? Понятно, бизнес и так далее, но почему? Я понял. Ну, в данном случае у нас не совсем формат компании. То есть компания – это все-таки юрлицо, это регистрация, так сказать, в какой-то стране, это руководство, это бухгалтерия, это технический персонал. То есть, ну, компания – это более серьезно, более основательно, более дорого. И, соответственно, если взять наш вариант формата проекта, к нам сюда это немножко не подходит. Объясню, почему. В нашем проекте все переходы со стола на стол, то есть заполнение матриц, они, получается, идут, просто перекладывается одна и та же сумма. То есть у нас нет никакого процента отдельного там удержания. То есть у нас платить зарплату, вот сказать, там, персоналу, ну, просто не с чего. То есть, по факту, я являюсь сам участником, и, так сказать, когда у нас по маркетингу в конце закрытия платинового уровня идет 50 чар, они идут непосредственно на развитие проекта. То есть, они тоже, опять же, не идут, а там на железки, так сказать, на электричество. Поэтому, вот благодаря тому, что здесь все, так сказать, у нас не через компанию, да, а вот как бы именно как вот такой, ну, проект от помощи человека к человеку. Вот благодаря такому формату у нас такой денежный маркетинг. Что сподвигло? Да, в данном случае я, ну, как сказать, со школьной скамьи любил что-либо создавать. Ну, в данном случае программировать. Я увлекся этим еще в детстве. Программирование для меня это просто создание, ну, чего-то виртуального, но то, что может делать в связи с моими планами. То есть вот то, что мне интересно, вот, то компьютер должен делать. Мне это нравится. И когда у меня получается, я от этого испытываю очень много положительных эмоций. Ну, как вот художник от того, что написал картину, да, там гонщик, то, что он победил, вот, в заезде. А у меня вот создание. То есть вот я, например, сам построил свой дом своими руками, и вот как бы я этим горжусь. Мне нравится, так сказать, его там доделывать, там улучшать. То есть, ну, мне нравится создавать, просто творить. Ну, не как вот художник, да, то есть я рисовать не умею. Вот. А что касается математических форм, так сказать, там прямоугольников, это пожалуйста. Вот. Опять же, к созданию. Получается, что когда я работал с другими компаниями, вот меня просто в свое время попросили сделать бота для одной из матричных компаний, и там, получается, был уже свой маркетинг, свои плюсы, свои минусы, ну, это как бы я чуть попозже в это погрузился. И, в принципе, что касается ботов для сетевых, как бы началось именно с того момента. И, в принципе, я уже создал свой бот, свой движок, который позволял как бы его наращивать, улучшать. Потому что стандартные движки, они под сетевые не заточены вообще. То есть стандартные движки, которые для Телеграма, в них можно сделать бот-визитку, там какую-то там презентажку, не более. То есть что-то сделать более серьезное, там, не знаю, хотя бы там какую-то динамическую игру, такое невозможно в стандартных вариантах движков.
И вот получается, у меня вот движок, он улучшался и улучшался от компании к компании. То есть я сначала смотрел, как, ну, смотрел и помогал другим компаниям. То есть ко мне обращались люди, которые хотели заказать бота для того, чтобы рассказывал бот об их компании. И вот все шло к тому, чтобы как бы вот, собрать все самое лучшее и как бы воплотить. И вот у меня уже своих три проекта, и вот в первом проекте я постарался воплотить как раз, чтобы и максимально функциональный был бот, который позволял людям работать с матрицами, зарабатывать. И там еще, так сказать, были семиместные матрицы. Вот. Потом вот второй проект я уже пошел в сторону упрощения, и там были бинарные матрицы, то есть всего 10 столов. И опять же, я сделал под Новый год, чтобы люди успели там себе на подарки заработать. Вот. Там максимально было просто, с карты на карту. Этот проект сейчас работает, но там, получается, я не учел, например, опять же, вот реферальные, там более сложные такие вот конструкции. То есть максимальное упрощение тоже получилось как бы немножко перебор. Вот в этом проекте, вот, который сейчас Чароид Project, я постарался воплотить все, как сказать, недочеты, как бы убрать. И все, что сейчас есть на рынке, сейчас на рынке очень много бинарных проектов, то есть двойных матриц, два места. И постарался максимально и реферальные как бы сделать, чтобы были удобные, интересные. То есть у нас на некоторых уровнях аж три уровня реферальных выплат. И, опять же, максимально простой, удобный, понятный. То есть проект сделать для людей, чтобы людям было легко заработать, легко, так сказать, объяснить другому человеку, как это работает. И, опять же, так сказать, была возможность, ну, как бы свою команду растить. Потому что на самом деле столкнулся с таким моментом, что люди боятся, не уверены рассказывать про проект. А почему так получается? Потому что нет результата. То есть, когда результат получаешь быстро, то с этим результатом уже как бы можно обращаться и показывать. И, собственно, как раз сам проект, он как бы меня и самого в себя как бы поглощает. То есть я являюсь одним из участников проекта. Мне нравится строить, создавать, и как бы у меня получается, ну, можно сказать, идеальный вариант работы. То есть я работаю сам на себя, я создаю, то есть как бы у меня это творческая часть, как бы то, что нужно, там улучшаю проект, все там как бы по запросам, все лучше и лучше. И, так сказать, помогая людям, в том числе у нас получается вот обучение. Сейчас роликов становится все больше и больше. Просто в одном из проектов я столкнулся с тем, что люди работали с биткоином, а биткоин-кошелек был, ну, буквально там у пары процентов у людей, и все. То есть у них даже биткоин-кошелька не было. То есть работали с биткоином, а с биткоином как таковым не работали. Вот здесь как раз, думаю, должно быть погружение более глубокое, опять же, все в такой, в более доступной, простой форме. Вот для чего я создал проект, чтобы помогать людям, чтобы как бы у меня была самореализация, ну и как не без этого, сказать, и самому денег заработать, так же, как и помочь заработать другим. Юра, ты вот в моем одном вопросе сразу зацепил три вопроса, да? Да? Ты прямо ответил, какие проекты у тебя были, опыт открытия подобных проектов и так далее. Только единственное название, ну да бог с ним, нам название как бы это. Ну это как бы при необходимости можно озвучить, просто сейчас как бы важно то, что я старался идти как бы по нарастающей, и при создании нового проекта как бы на рынке опять смотреть то, что есть, и улучшать, то есть делать еще более интересным и как бы увлекать. Юра, смотри, я к тому, что это нормальная история у тебя, вообще классная. Я тоже один человек, известный такой, публичный. Я не хочу сейчас, да, называть ни название компании, ни имя, фамилию этого человека. То есть тоже когда-то начинал с одного проекта, и почему он вызывает доверие в людей, что он
никуда не соскочил, не исчез, там, да, как многие это делают, да, то есть вот поступательно открывают, как бы сделал мультисообщество, там, второй проект, третий проект, четвертый, там, пятый и так далее. Но я смотрю, я тебя сейчас слушаю, ну, я с тобой знаком только 2 недели, как познакомились. У тебя такая же аналогичная ситуация, потому что, понимаешь, ну, вот лично мне страшно, как легко здесь зарабатывается, понимаешь, да, да вообще, ну, ты правильно сказал, люди должны получить результат, вот это очень важно, потому что очень многие сталкиваются с такой, значит, с таким возражением, да, мы там заходили, да, мы там деньги ставили, мы там людей ставили, мы там имя свое оставили и так далее, и, ну, блин, это тоже надо пройти, потому что если человек вспоминает 10 лет, где он где-то потерял деньги или потерял там команду, ну, у таких людей, как правило, команды-то нету, там 1,5 человека когда-то пригласили, и вот уже 10 лет они вспоминают вот это. А сегодня выходят вперед те люди, которые обжигались, и потому что, ну, теория, она ничего. Сегодня очень много коучей, да, вот таких, да, вот с этими сертификатами, со свидетельствами, они говорят, я, говорят, профессионально сертифицированный, говорят, коуч, там, говорят, я астролог, кто-то, говорит, цифролог, пятый, говорит, я, говорит, хренолог, блин, понимаешь, они все сертифицированы, но нету практики, понимаешь, блин? Вот. А здесь, когда люди проходят, основная масса уже, люди такие, я никого не хочу себя оскорбить, там, по ту сторону не плюйтесь в экран, просто я сталкивался, я знаю, о чем говорю, у меня нету ни одного свидетельства, я себя не считаю кем-то, каким-то спикером, там, коучем и так далее. Но вот каждое мое слово, да, это мой прожитый опыт, были поражения, были падения, было разочарование, все было. Но вот такого быстрого профита, вот ты сейчас статистику привел, там, что я, получается, каждый день проходил, да, вот эту ступень. Ну, я даже сам как-то не обращал внимания. Да, да. То есть что я хочу, вот сразу вот в этот момент хочу, свой результат, ну так получается, ну так получилось, да, вот, по воле Всевышнего, что я, ну, один, номер один, блин, и стал сегодня. Может, многим интересен результат, как я к этому пришел, блин. Потому что сегодня заходит, очень много новых людей заходит, слава богу, мы раскачиваемся. Ты мне сегодня своей статистикой просто отправил глухой нокаут, понимаешь, меня этот, на носилках унесли с ринга, не мой результат, нет. А статистика, что в компании, там, допустим, вот 3 месяца, там, 101 день, ты прям скрупулезно просчитал там дни, часы, минуты, секунды и количество людей. Но у нас, оказывается, еще нет 500 человек. Ну, блин, да. Мама мия, да. Ну, а это вообще мама мия, блин, 500 человек нету. Соответственно, у меня в команде и того там раза 4 меньше, да, а то и, наверное, еще, наверное, меньше количество людей. 18 личников у тебя. 18. Ну, 18 личников нет, а люди спрашивают, а от них сколько? Ну, каждый там 2-3 человека. Единственное, ну, да. У меня самое много. Айнаш Ибраева, у нее 8 человек, да. То есть она вписывается в эту статистику, о которой ты говорил. У тебя, допустим, 14 человек, у твоих личников по 8, и все, и понеслась там, да, в губернии гулять. Вот. И здесь получается какая ситуация? Минимальный вход. Ну, что такое сегодня? Ну, минимум, это у нас вот эти вот 1400 рублей, там, вот, да, 50 чар, да. Ну, это вообще, ну, просто ни о чем. У меня есть такой человек тоже, да, прямо, ну, хороший человек, понимаешь, не сидит. Но она сделала переход сразу. 3 человека пригласила, то есть даже 2 людей было достаточно перейти на 2-й уровень, 3-й пошел под 1-й и так далее. То есть здесь очень просто. Я немножко отвлекся, смотрите, друзья мои, к чему я... Здесь не надо сидеть, да, я уже который раз, да, не оригинален, не надо смотреть, рассматривать, да, вот эту цепочку, пусть вот это закроет, да, пусть это закроет. Я вообще этим не занимался, я просто брал и приглашал. Я до сих пор не разбираюсь, да, честно, мне некогда разбираться, вот эту глобалку рассматривать, как вот эту дырку закрыть, как эту дырку заштопать. Ребята, ну, воруйте время, воруйте энергию, воруйте эмоции свои положительные. Делайте это на лате, делайте это легко, да. Вы пришли не ради кого-то. Я пришел не ради Юры, да, не ради Виктории Корчагиной, я пришел ради себя. Все, она мне показала дорогу, я сказал, что это работает, да, ну давай, погнали. Бам-бам, и вылетает. Сегодня, ой, блин, я вообще кайфую. У меня из 18 личников около половины сейчас на золотой платформе. Понимаешь, начинали с 20, вот этих, ну, со 150 чар,
Ну, две недели прошло, понимаешь, да? И половина уже на золотой платформе. Айнаш уже, Ибраева уже все, один шаг до платины. Алена из Рязани, моя красотка, она сейчас, сегодня зашла в третью доску на золоте. Остальные на второй доске, там, да, да. Ну, вообще, вот он, как, да, когда говорят, да, а как команда двигается. То есть вот так и двигаемся. Не надо сидеть, смотреть, не надо пытаться систему объехать. Ну, не получится, ребята. Просто делайте то, что должно, и пусть будет, что будет. Вот и все. Цена риска 150 чар, ну, в тенге это наши 24 тысячи тенге. Ну, так себе риск, понимаете, 45 долларов, там, 45-50 долларов. Но здесь даже, наверное, не столько риск, сколько вот именно сомнений в том, что это себя окупит. То есть, вот, ну, люди просто уже там наобжигались, и поэтому им, да. Ты прав, да, вот прямо была такая вовремя правильно справедливая ремарка, потому что люди, смотри, какие-то большие-большие там, ну, выходит какой-то шумный проект, там, инвестиция какая-то, да, ну, туда несут люди миллионы, да, десятки тысяч, сотни тысяч долларов. Да, там риск, да. А здесь, я не знаю, что в это время какие химические процессы проходят, происходят в голове, потому что, ну, наверное, действительно, как-то, ну, не соответствует цифра, да, ты начнешь с 50 долларов и возьмешь биткоин. Ну, блин, если ты в это не веришь, то ты его не возьмешь однозначно. Поэтому, это да. Да, потому что все у нас в голове. Мы то, что мы из себя... о себе думаем. Мы, все, наш вот успех, не успех внутри нас. Да, это немножко уже другая история. Окей, давай дальше поехали. Так, Юрий, пожалуйста, скажи мне, пожалуйста, ну, я эти преимущества уже сам озвучил, но тем не менее. Аня, второй вопрос. Что дает компания, кроме зарабатывания денег? Просто, а то некоторые говорят, ну что тут, какая у вас легенда? Там, ну, деньги и деньги. А что? Ну, все же придумывают легенду, там, да, там, мировой коммунизм, всемирный там социализм, ну и так далее, так далее. Всемирное, ну, у нас есть, да, у нас есть красивая легенда про минерал чароит, так сказать, это и как украшение используется, и как сувенирная продукция, вообще это уникальность. Вообще у нас, так как все это связано с биткоином, то есть сам по себе биткоин уникален. Сейчас, секунду. Сейчас я просто переключу. Так. Сейчас я буду показывать дополнительно. Так, 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 цепочки. Вот. А то я когда сам на себя смотрю, меня немножко отвлекает человек, который говорит с экраном. Не привык я еще. Здесь у нас показаны цепочки. Про них мы сегодня можем чуть попозже более подробно поговорить. Просто пока я буду показывать, сколько у нас есть различных вариантов. И если научиться этим пользоваться, то команда будет закрываться еще быстрее. То есть вот на медном уровне их больше всего. На серебряном сегодня еще больше участников, которые, так сказать, могут закрыться. А по факту, если с этим научиться работать, у нас, опять же, есть для этого видео, вот, вы можете свою команду ускорять, сами ускоряться и переходить на уровень еще быстрее. Просто иногда люди ждут, как вот все правильно сказал, что их там кто-то другой закроет. Но по факту это приводит к тому, что вы просто растягиваете как раз вот заветный вот этот шаг, да, вот сейчас как раз показывает серебряный уровень. Некоторые даже повторяются, то есть можно и так закрыться, и одного человека пригласить, там сказать, и другой человек может повлиять на цепочку. То есть это все реально, это все есть у вас в боте, вы можете сами посмотреть, вот сейчас на этом остановимся слайде. Так что, что касается, еще раз возвращаемся к легенде. Какая бы красивая легенда ни была, вот у нас в данном случае чароите, это как у нас уникальный минерал, который находится в России только в единственном месте. Больше его в мире нигде нет. Он такой же уникальный, его ограниченное количество, как и биткоин. Собственно, для чего создавали биткоин? Для того, чтобы людям, так сказать, ну, люди меньше денег теряли. Просто когда в 2008 году произошло обрушение, так сказать, рынков,
опять напечатали очень много денег. И, собственно, они просто обесцениваются. То есть, чем не больше денег печатаешь, тем они просто дешевле становятся. Ну, грубо говоря, инфляция. А биткоин, он очень похож на чарейт в каком плане, что он такой же уникальный, как и золото. То есть, вот золото у нас ограниченное количество. Биткоина могут майнеры добыть тоже ограниченное количество. И в этом есть определенная ценность. То есть вот в этом наша легенда с биткоином прекрасно сходится. То есть это тоже уникальные вещи. То есть его не везде можно встретить. Его добывают, это там слияние двух рек, Чара и еще одна речка, вот никак я ее не запомню. Что касается вообще идеи, да, то есть идея как раз, чтобы у людей появилось не только просто деньги заработать, да, а разобраться вообще, как их можно зарабатывать с помощью вот этих современных инструментов. Потому что, как я уже сказал, в некоторых проектах с биткоином работают, но даже нет своего биткоин-кошелька. Вот, здесь этот вопрос мы на обучении будем более детально разбирать. Просто сейчас вот я накапливаю обучающий материал и уже будем, так сказать, по нему работать. То есть, чтобы люди могли сейчас, независимо от возраста, разобраться с этим цифровым инструментом и уже начать его накапливать, зарабатывать, тратить при необходимости. Просто биткоин все будет больше и больше расти. Он растет, как я уже объяснил, во-первых, из-за того, что он был первый, ну, в свою очередь, да, то, что у него есть определенная уникальность, и в него сейчас заходят очень-очень крупные, даже не компании, фонды. То есть, например, один из крупнейших фондов в Америке, BlackRock, он заходит в биткоин прямо по полной программе. То есть сейчас опять будет динамик роста. И если вы будете заходить в ближайшее время, то вы сможете покупать биткоин по текущей цене. То есть дальше просто будет он дорожать еще больше. Вот, поэтому здесь у нас, так сказать, в легенде несколько моментов присутствует. Это как раз не только красота, не только уникальность, но еще и полезность в плане обучения, как с этим вообще работать. То есть мы даже не затрагиваем там другие монеты, там альткоины и так далее. То есть чтобы хотя бы с биткоином большинству участников разобраться, потому что большинство людей, вот с которыми сейчас, опять же, я работаю через P2P, они, ну, как бы карты могут оплатить, но, например, самостоятельно купить на бирже биткоины пока не могут. А у нас наш чар – это тот же самый биткоин, просто в пропорте, то есть один чар – это одна статичная биткоина. Так что здесь самое главное от участников – желание не только денег заработать, но еще немножко в этом разобраться, да, то есть как это можно делать более эффективно. И наш проект позволяет с этим работать, учиться и зарабатывать денег, просто приглашая людей на то же самое обучение. То есть, Юра, давай вот здесь немножко акцент такой сделаем. Проект «Чароид» позволяет, обучаясь, работать с криптой, да, да, с тем же биткоином, с этими криптокошельками, ты обучаясь, еще имеешь возможность зарабатывать деньги. Ну, ну так, да? Да. Я правильно формулирую? Ты сейчас записываешь ролики. А как, что ты планируешь вообще как-то проводить технические школы именно? Потому что ролики, да, ну, я по своему примеру, да, я даже не смотрю, мне нужно вот. Я понимаю, просто как бы в принципе бот максимально упрощен, и если читать инструкции, которые написаны там под каждой кнопочкой, то этого достаточно. Но иногда человеку нужно, так сказать, ну, как-то весь процесс, допустим, покупки, ну, чтобы вот он себе представлял, и он может просмотреть этот ролик. На технических уже школах, там, на техническом разборе, то есть можно проводить уже, допустим, покупку там, в реальном режиме времени, то есть, например, берем участника одного и вместе с ним идем на биржу. Вот, есть, вот это вот классно. Вот это было, да, классно. То есть, на самом деле здесь ничего сложного. Тут самое главное, чтобы у человека было желание обучаться. Вот, как бы сейчас вот мы просто... Я просто сейчас готовлю ролики, чтобы закрыть большую часть вот таких вопросов, таких небольших,
чтобы они были, ну, на полном автомате. Ну, Юра, ты должен понимать, да, это вот для таких вот технарей, как ты, ну, это такой легкий вопрос, да вы что, ребята, не тупите, да. Ну, для таких, как я, ну, это вообще, понимаешь, высшая математика. Мне надо сказать, нажми на эту кнопку, нажми на ту кнопку. Ну, мне не стыдно признаться, потому что знания такие очень слабенькие. Хоть у меня и Binance кошелек есть и так далее, да, я могу там торговать. Но вот именно с биткоинами я столкнулся впервые. Поэтому я думаю, таких, как я, немало здесь, поэтому надо будет пройти там, в этом плане тоже обучение. Так, окей, поехали дальше. Смотри, очень такой животрепещущий вопрос сегодня для многих лидеров групп. Да, вот сейчас мы не будем команды еще как таковые маленькие на самом деле, потому что всего нас 1500 человек на все наше сообщество, на наше комьюнити такое маленькое, только-только сейчас начинают про нас узнавать. Слышать, я смотрю уже, я уже знаю, что наши вот эфиры уже уходят по другим пабликам, короче, слушают, смотрят, анализируют, поэтому нас еще мало, но все же, скажи, пожалуйста, с каким количеством людей можно дойти, аллилуйя, до биткоина сегодня идея фикс, до конечной цели, и как, и на этом, что конечная остановка, вот этот момент, тоже, пожалуйста, расшифруй. Сейчас объясню. У нас первое... А, кстати, сейчас слайды подключу. Будет даже еще удобнее. Секунду. Так. Зайдем в бот. Вся информация, которую я вам показываю, она есть в боте. Вы всегда можете зайти, посмотреть актуальные цены. Сколько стоит вход. И так далее. Так, вот сейчас с этого начнем слайда. У нас всего 4 уровня. Медный, серебряный, золотой и платиновый. Ну и обратите внимание, платиновый у нас 4 стола. То есть он более такой долгий, но и зато самый прибыльный. То есть у него, сказать, выход, на выходе получаете X13. То есть вложили рубль, да, получили 13. Ну, условно говоря. То есть на самом деле здесь у нас не рубль, а вход там 7500 чар. Вот, и на выходе получаете 100 тысяч чар или 1 биткоин. Что касается медного, серебряного, золотого, они у нас все одинаковые. За небольшим исключением. В медном уровне у нас нет реинвеста. Вот в серебряном у нас, видите, с третьего стола идет такая стрелочка по самому низу, то есть у нас идет реинвест, покупка клона в первый стол. И на золотом уровне у нас также есть реинвест, это покупка уровня в первый стол. То есть чем отличаются вот эти первые три уровня? То, что здесь, в принципе, можно зайти небольшой командой. Кстати, вот если у вас вот в команде вообще никто никак не приглашает, да, то есть самый простой, когда вы пригласили двух людей, и ваши два человека тоже пригласили двух людей. Ну, соответственно, так вы дублицируете друг друга, и тут еще меньше, еще проще. То есть на медном уровне иногда используют треугольник, то есть когда заходят там буквально команды из 5 человек, и каждый заходит треугольник, то есть покупает сразу по 3 места. Но если на медном уровне заходить не треугольником, а вот просто, кстати, приглашать работать за всех, ну, как бы, пока люди сомневаются, там ждут и так далее. То есть вам нужно самому пригласить 14 участников. То есть они просто закрывают полностью ваш уровень. Участнику, который находится у вас в плечке, ну, то есть в вашей в первой линии, ему нужно же пригласить, сказать, 8 участников. Да? То есть как бы или вы ему помогаете, или команда помогает. То есть по факту у нас медный, серебряный и золотой уровень умещается в 14-13 участников. То есть просто на серебряном и золотом у нас идут в помощники клоны. То есть у нас по одному клону они занимают место. То есть вам не нужно огромных команд для того, чтобы просто вот закрывать каждый уровень. А вы же идете с командой из уровня в уровень, независимо. То есть вам не нужно... Вот если бы у нас был, как бы не было отдельных уровней, а был бы один большой, то есть там всего там 13 столов,
И вот нужно было двигаться, там сказать, с 50 чар и, так сказать, до одного биткоина. Это была бы очень-очень длинная дорога. А здесь у нас получается, вот как раз я не зря статистику вначале привел, у Жениса всего там на тот момент было 16, сейчас уже 18 личников, то есть команда еще больше растет. Они его также дублицируют, также приглашают людей. Вот, и он вот эти три стола закрыл вот с такой небольшой командой. Не 50 человек, не 100, там, не 300, не 1000. 16 человек было. Вот что касается платинового уровня, здесь уже посложнее. То есть здесь у нас больше столов, и здесь нам нужно закрыть, ну, как бы команда, чтобы у нас была в районе 30 человек. Вот здесь уже чуть посложнее. Но у нас и на выходе здесь получается целый биткоин. И опять же, людям, которые уже будут как бы ниже вас закрываться, им уже нужно не 30 человек, а всего лишь 15. И получается, как бы каждый участник в вашей команде, ну, я не думаю, что он будет сидеть и ждать, пока его закроют. Он также будет приглашать там 2-3 человека. И в принципе, достаточно каждому там по 2 пригласить, и вы просто летите вот как ракета. Что касается получил биткоин и, так сказать, что дальше. На самом деле у нас здесь постоянный реинвест. Это серебряный, золотой и платиновый уровень. У нас с последнего стола идет клон в первый стол автоматически. Вообще на всех уровнях вы можете покупать клонов столько, сколько хотите. Единственное, вы там где-то будете помогать другим участникам, а где-то немножко мешать. Ну, допустим, у вас личник хочет пригласить, еще участника своего, а вы туда ставите клона. Ну, то есть, как бы, ему немножко ломаете игру. То есть, не надо слишком много клонов покупать, потому что их же все равно закрывать нужно. Вот, то есть, клоны желательно покупать тогда, когда это необходимо, чтобы просто закрыть. Там, помочь команде. Если, допустим, нужно двинуться, но у вас там пока что нет приглашенных, которые сейчас активируют этот стол. Вот, так что здесь у нас проект долгоиграющий. И я, собственно, заинтересован в его чтобы он долго жил, сам, потому что я сам в этом проекте нахожусь, как участник. И сам плачу вот там по одному чару, да, который у нас там приходит за приглашение, это идет из моего личного рекламного фонда. Так что вы просто можете приглашать. Вот вы сомневаетесь, у вас там не получается. Вы просто приглашаете людей, они регистрируются, и вам начисляется один чар. И вы потом на эти чары можете там, это как скидка у вас может быть. Некоторые участники даже могут там уровень целый купить, да. То есть, пожалуйста, все для людей. Самое главное, чтобы вы попробовали, разобрались и начали действовать. При необходимости, если будет желание, можем даже создать еще один уровень. То есть, когда вы с платиной разберетесь, можем создать там, допустим, может быть, еще более короткий. То есть, там будет не платиновый, а там, я не знаю, там бриллиантовый. То есть, ну, это на перспективу. Юра, да нет, пока, я так думаю, я, наверное, сейчас хватит. Озвучу мнение практически всех наших партнеров, коллег, что не надо, вот то, что есть сегодня, очень круто. Я просто сейчас в этом моменте хочу обратиться к команде, да, к людям, к нашим партнерам, друзьям. Вот эта арифметика, Юрия, понятная, да, вот количество людей? Если непонятно, можете прямо сейчас же задать вопрос, еще раз разберемся, потому что уже мы, оказывается, сидим 40 минут. Есть вопросы? Да. Нет вопросов. Ну, замечательно. Сейчас, секунду. Мне нужно включить одну опцию. Да. Да. Все, теперь можете включать микрофончики. Есть вопрос, можете. Вот прямо именно вот по этому вопросу, это прямо больной вопрос для всех. Сколько нужно людей? Есть? Задавайте вопросы. Если нет, дальше поехали. Раз, два, три. Вопросов нет. Все понятно, Юра. Хорошо объяснил. Сейчас еще такой момент. На самом деле, если, допустим, человек говорит, что у меня нет там 14 человек, там, у меня там 1-2 человека, и все. Вас так или иначе могут закрыть переливом.
Ну, единственное, это будет, ну, дольше, да, там, чем вы сами будете строить команду. Юрий, этот момент очень важен, да, благодарю, что мы как-то друг друга понимаем. Смотри, конечно, не все могут пригласить, не то, что там 14, там 15, там 20 человек, да, даже 2 человека зачастую бывает, ну, люди не могут пригласить. Ну, тоже опять такой вопрос спорный, да, могут, не могут. Я всегда говорю, это не могу, это синоним не хочу. Просто когда сильно хочешь, потому что я же начинал тоже когда-то, и тоже отказывали, но на каждый, и надо дальше, дальше. А здесь хотя бы на 50 чартов уж можно пригласить. Слушай, ну, поддержи, да, в конце концов, вот, в таком плане. Но я сейчас хочу обратиться к лидерам, тем, вот именно большим лидерам, которые умеют приглашать, которые сегодня строят команды. Друзья мои, на пассив, ну, моя рекомендация, ну, блин, не надо. Эта нагрузка будет на вас лично, это будет нагрузка на команду, потому что эти пассивщики все равно вылезут, выкатятся, пройдут и так далее. Если вы берете на себя это ответственность, чтобы завтра команда вам не говорила, а это кто, почему стоит, а где его люди в этот момент, смотрите, да, вы берете на себя ответственность. Ну и второй момент. Если вы создадите структуру из одних пассивщиков, вот это все встанет, чтобы вы понимали, да, вот должна быть, ну, ответственность, мы должны к этому относиться ответственно. Потому что вы же понимаете, хоть в любом деле, в любой теме, где все пассивно, там все замерзает, превращается в болото. И нет движения, отсюда пойдет негатив. Вот этот проект. Не только этот, любой проект могут поднять люди и также похоронить могут люди, человеческий фактор. Потому что, ну, я с таким подобным не сталкивался, чтобы основатель, создатель брал и открывал там вышестоящую платформу, доску, да, или доску, там, как стол для партнера, для рядового партнера, чтобы, как правило, все создатели... Они там раз себя поставили, да, вот, ну, потому что никто и не может сказать, потому что это нормальное явление. Я основатель, я админ, я себя поставил и все. Но ну, так повезло, что ну, вот я бы вообще, если бы даже это был кто-то другой, допустим, да, я бы сказал, ну офигеть, да, там Айнаш, для Айнаш открыли там платину, а Юра сам после Айнаш зашел. Ну, я не знаю, Юра, ты с другой планеты, сюда тебя, чтобы не сглазить, вот. Потому что это тоже показатель доверия к тебе, да, что ну, ты вот такой. Потому что вывода, за вывод комиссии нету. Да, ну, мы оставляем, когда взяли 100 тысяч чар, 50 чар так на свет. Ну, я не знаю, ребята, здесь не заработает только действительно, кто не хочет заработать. И даже кто не хочет заработать, если попадет в активную среду, вот, он там все равно выйдет как минимум 7 миксов на медной платформе, на медных досках, он 7 миксов своих возьмет, однозначно. А те, у кого есть амбиции, все те, кто считает, что у него там в груди пламенный мотор, взямый месяц, полтора месяца, два месяца, три месяца, у вас будет результат. Причем здесь вот этот момент уже, Юр, пожалуйста, подчеркни, вот я вот давай на моем примере. Я пришел к своему заветному биткоину. Дальше что? Все? Кино закончилось или как? Ну, я же сказал, у нас, во-первых, реинвест идет. Вот, то есть мы снова в серебряном, в золотом и в платину, мы все время, сказать, по кругу ходим. То есть у нас это как бы не заканчивается. То есть как бы это просто он первый получился, а так мы команду также дальше наращиваем, и своя веточка, она также увеличивается все больше и больше. И вот момент еще, появился клон. Сегодня вот у Айнаши Брави клон на золоте, на первый стол пошел с третьего стола. Она пришла, куда она пришла? Она как? Они идут за пригласителем или как тут? Закрывать слабое звено? Вот все момент, все клоны идут, во-первых, в свою ветку. То есть, например, клон Айнаш, он идет в ее ветку. И помогает. То есть, он помогает команде, да? Помогает, да, он команде. Помогает команде, да. То есть он помогает ее личникам. Классно, классно. Так, ну, у меня, в принципе, все, Юр, я все, что... Ну, да, еще такой дежурный вопрос. Мы не будем говорить о далеком и светлом. Есть ли дорожная карта на ближайший год?
по сегодняшним, меркам это очень крутой прогноз. Год вперед, если запрограммировать, запланировать. Запросы на перевод бота на другие языки. То есть вот сейчас я это обсуждаю. Просто мне нужно будет уже помощников, во-первых, с переводом помочь. Ну и как бы технически это обеспечить. Вот. Там языки ближайшие, в принципе, ну, кроме английского, могут быть любые. То есть самое главное, чтобы было сообщество, да, которое там могли эти текста прочитать, там маркетинг, ну и, соответственно, помочь. Да, вот. Запрос был в команде да. У Юры, вот твоего тезки, Константинов, со стороны, да, англоязычная аудитория, английский язык. То есть это сейчас в процессе ты прорабатываешь, да? Да, это в процессе, да. Просто мне сейчас нужно немножко себя освободить вот от P2P обмена, потому что сейчас в основном ликвидностью я занимаюсь. То есть это из рублей через биржу получать чары. Ну, то есть как бы покупать биткоин. То есть сейчас, я думаю, там, во-первых, ролики я уже записал. Сейчас провести обучение, и вот я думаю, все равно в каждой команде там так или иначе есть лидеры, которые могут как раз эту тему взять и немножко меня вот высвободить вот, от ну, просто вот покупки-продажи. И непосредственно я уже буду заниматься больше вот техническим моментом, то есть непосредственно вот перевода на другие языки. Все, Рахмет, тебе все понятно. Так, друзья, ну что, тогда, наверное, да, сейчас... Да, мне сегодня выкинули. Да-да, Ирина, говорите. Говорю, мне сегодня Юрий скинул, спасибо, буду сегодня обучаться, пробовать купить, чтобы как бы, вас освободить, а то каждый дергает на покупку чар. А так, если каждый будет потихонечку учиться, сами будут покупать, и вам будет легче. А у меня команда ну, почти 60 да. человек, лично моих приглашенных 30, но пока еще никто особо не включается. Говорю, не могут найти. Да. Говорю, предлагайте, ищите. Ну, Ирина, вот сегодня, кстати, эмоциями поделилась ровно 10 дней, зашла на золото. Мои искренние поздравления вот, от души зашла активно в чате, активной жизни. Да, благодарю. Я просто что хотел сказать. Вот этот момент, да, надо обучаться самим и обучать людей, чтобы... Ну, это ваша безопасность, это наша безопасность. Не брать там прямые выплаты на карту, хотя деньги небольшие. Просто раз мы уже в крипто-тему окунулись, друзья мои, нам надо уже все. В Казахстане хорошо идет вот Binance, у меня Айнаш Ибраев, это помогает команде, не только команде. Все, кто к ней обращается, она через Binance покупает чары. То есть делает там 10-15 минут, пополнение идет. Значит, Россия работает там через другие биржи, вот это очень важно. Потому что Юра надо освободить. Ну, пока вот сейчас мы пока помогаем как бы внутрянкой друг другу, потому что это удобно, быстро, мгновенно зачисляется, структуры выстраиваются. Но представьте, вот сейчас осталось совсем немного, вот сегодня 2 недели, 3 недели, но уже кто-то будет на третьем столе платине, кто-то на втором, кто-то на платине и так далее. И там, да, да. А там уже 4-й стол, там, извините, 50 тысяч арках вот так обналичивать там внутрянка. Это полный абсурд. Поэтому надо обучаться. Вот. Еще раз, да, хочу подытожить нашу встречу. Юра, благодарю тебя за этот проект. Благодарю, что ты... Благодарю Викторию Корчагину, которая неделю меня прямо доставала меня. Слушать не хотел. Но, тем не менее, благодарю себя, что я услышал ее, и все, и нормально. Дай Бог всем здесь зарабатывать, решить свои финансовые боли. Да, вопрос есть, вопрос, да, давайте. А вот мне интересно, вы вошли с командой или вы по холодному кругу? И как вы приглашаете по холодному кругу? Пошли здесь деньги есть? Во-первых, вас очень плохо слышно, вы какой-то прям... Где-то далеко в лесу. Да, может, поближе микрофончик? Просто я-то расслышал. Я говорю, вы сошли командой или вы приглашаете по холодному кругу? И какой текст говорите? Пойдемте, там деньги есть, бот. А, Антонина, все, я услышал. Смотрите, это вообще тема отдельной встречи. Это называется школа. Да? Но я вам отвечу. У меня не было команды. Я, как и все... растерял
все где-то по дороге, все рассыпал. И были несколько человек, которые мне доверяют, которые мне верят, которые говорят, ну, с тобой пойдем, за тобой пойдем. И я этим людям безмерно благодарен. И отсюда пошло. Отсюда как бы человек и так далее. Я не знаю, как оно у меня происходит. Кто-то на меня сам вышел. Поэтому это отдельно. Вы обратитесь, если у вас нет опыта. Вот, кстати, да, Антонина, благодарю вас за вот этот вопрос. Если у вас нет опыта, я вам рекомендую. В лайме есть опыт, но вот про работу спросила. Антонина, дайте от... Антонина, умеете слушать, я же вам отвечаю. Лайм там, детокс, Амвей, сейчас не суть. Я вам сейчас говорю конкретно здесь, в этом боте, как работать. Если у вас есть маломальский опыт, но здесь у вас нет результата, здесь у вас нет опыта, значит, вам что нужно сделать? Вам надо делать трешку, да? Вы говорите мне, Женис, слушай, я тебе хочу устроить встречу с Катей. Она там, блин, за неделю такой результат супер. Я не могу тебе сказать, не хочу испортить кашу. Давай вот ради тебя, родной, Кать, ради тебя, дорогой, Женис. Катя, я договорился с Катей. Пятницу ее драгоценного времени. Сами не рассказывайте. Все, на эту тему дальше больше не будем. Все, друзья мои, если именно к Юре нету вопросов, мы тогда завершаем и желаю следующую неделю, чтобы уже, ну, мы рукоплескали как минимум человек 10, чтобы были уже в платине. А, Юр, именно по платине, скажи, пожалуйста, вот в этот момент, помнишь, ты мне показывал из демонстрации экрана, сколько человек суммарно в целом должно быть на платиновой платформе, чтобы прийти к своей 30. Цели. Вот. Слышали? 30 человек после вас заходит на платиновую платформу, на платиновые столы. После вас 30 человек, и все. Аллилуйя. Джекпот у вас в руках. А уже следующему участнику, вот кто за тобой идет, там уже 15. А, да ты что? Который идет после меня, ему уже 15 человек, да? Блин. Ну, аллилуйя, да? Вообще... Все. Друзья, есть вопросы к Юрию? Не ко мне. У меня есть вопрос. Можно? Да. У меня нормально слышно? Да. У меня вопрос по маркетингу. Есть ли какая-то обязательная очередность входа в площадке? Нет. Нет. Хорошо. Если я вошла в какую-то площадку, я могу войти, например, в первый стол там и в третий? Второй пропустить. Ну, какие-то стратегии придумывать вот такого рода. Понял. Смотрите, в данном случае вы можете зайти на любой уровень. Вы можете начать, ну, не с платины, конечно, допустим, хотите, можете сразу золото открыть. Потом серебро. Потом платину. В общем, любой порядок действий, какой вам удобен. Покупать, то есть активировать уровень можно только на первом столе. Клоны покупаем только для первого стола. Угу. Ну, а потом уже возвращаемся, как хотим, да, грубо говоря. Ну да, когда мы полностью проходим все столы, мы просто там с третьего или с четвертого уже там, да, возвращаемся на первый. Да. Угу. Ну, кроме медного. Да, спасибо большое. Все, друзья, нет вопросов. Тогда закругляемся, закрываем эфир. Юра, благодарю за встречу. Люди, спасибо. Еще не вечер. Сегодня еще, наверное, пару человек на золото выйдут. Всем пока. Вопрос благодарности. Вопрос благодарности. Спасибо. Нет, я говорю, нет вопросов. Есть одни благодарности. Благодарю. Спасибо. Так, все, сохраняем.